Wake up, с вами Вова Кэс. Буквально пару часов назад Марьяна Ро шокировала всех новой фотографией в сторис. Девушка продемонстрировала свой округлившийся живот, и судя по надписи, она находится на втором месяце беременности. Фанаты уже давно подозревали, что она в положении. Еще в начале декабря в сторис Марьяны появилось видео, на котором Фейс поглаживает ей живот. Также многие заметили, что она заметно набрала вес. Парочка начала встречаться 8 сентября. То есть забеременела блогерша через полтора месяца после начала их отношений. Многих шокировал и тот факт, что Марьяне 7 октября только исполнилось 18 лет. Кстати, на страничке сестры Марьяны появилась публикация, в которой Маресе написала о том, что к ней приехала сестра и вместе с Фейсом они встретят Новый год. Так что блогерша уже познакомила Фейса со своей семьей. Обязательно напиши, не рано ли ей рожать ребенка. Как тебе Марьяна и Фейс в роли родителей? Обязательно подписывайся и жми колокольчик, чтобы смотреть крутые видео про блогеров самым первым. Всем пока!